أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Уважаемые мои подписчики, вам расскажу дуа для материального благополучия. Стремление к материальному благосостоянию и дозволенному заработку, обеспечение себя и своей семьи очень благи намерен с точки зрения ислама. В этом намерен верующий бессилен без помощи Всевышнего Аллаха. Поэтому мы обращаемся к Нему с молитвой об укреплении нашего финансового состояния и увеличении пропитания риска. Дуа увеличения риска. Аллахумма инни асалука илман нафиан, ва ризкан тайибан ва амалан мутакаббилан. Означает: «О Аллах, поистине, я прошу у Тебя полезного знания, благого удела и такого дела, которое будет принято». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, произносил данную молитву после утреннего намаза. Дуа увеличения дохода. Аллахумма акфир мали ва валиди ва барик ли фима а'татани. Означает: «О Аллах, увеличи мое имущество и потомство и дай мне благодать в том, что Ты меня даровал». Дуа о благах этого мира. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабаннар. Означает: «Господь наш, одари нас добрым в этом мире и добрым в последней жизни и защити нас от мучения в огне». Сура Бакара, аят 201. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.